для болельщиков, как я уже говорил, важный матч. Они все время по матчу с Акбарсом стараются судить о команде. То есть будет ли дополнительное от вас напряжение, ответственность, давление, или все-таки, как вы уже сказали, это старайтесь оставить это позади все? Но всегда приятно и интересно играть с хорошим соперником, сильным соперником. И я думаю, на такие игры даже никакой лишней мотивации не может быть, потому что, в принципе, все понимают, какого уровня сегодня будет игра. Уже небольшое зеленое дерби, скажем так, предсезонное было. А какие эмоции, впечатления от того матча остались? Потому что там такой матч был весьма разный для нас. Ну да, тот матч был как-то определенными волнами. То есть то чуть лучше, то чуть хуже, но... Опять, как вы сказали, это была предсезонка, поэтому на эту игру выходим и готовимся. Ну и вот часто команды сравнивают с точки зрения именно атаки, в первую очередь, и говорят часто о большинстве. Что вы можете вообще сами сказать о том, как над этим компонентом работа сейчас проходит? Ну, мы наигрываем, стараемся, то есть, гнуть свою линию, и все равно рано или поздно она прорвет.